Джой в Москве или Джой и Распутин. Авторы сценария Джой Лоре и Жан-Ив Павел. В главной роли Зара Уайтс. Композитор Стив Ликор. Режиссер Жан-Ив Павел. Повернись. Нет, я не могу остаться. Почему? Я на несколько дней уезжаю в Санкт-Петербург. Хорошо, ну ладно, если надо. Мне по делам надо. Поужинаем вместе в Царевиче сегодня. Ты сам так решил? В 9? Хорошо. Пока. Шапку. Чао. Пока. Ты такая красавица в этом платье. Спасибо. Возьми икры. Очень вкусная. Тебе тепло. Тебе хорошо. Тебе нарастает желание постепенно. Тебе тепло. Страх уходит. Сердце начинает ускоренно биться. Ты ощущаешь, как этот сладкий жар нежно обволакивает твою душу, твое тело. Как душно. Попроси, пожалуйста, счет. Мне надо пройтись. Одной. Одной? Да, одной. И обещай, что не пойдешь за мной. Возьми счет. Mm-hmm.
Дай официанту хорошие чаевые. $100. $100? Не спорь. Дай $100. Большое спасибо. Икра была потрясающая. Merci, monsieur. Благодарю вас, месье. Детали вы можете сказать? Bonjour, monsieur. Bonjour. La chambre 203 ne répond pas. В 203 номере никто не отвечает. Простите, какой номер? 203. Извините, месье. Она сдала ключ. Этого не может быть. Она не звонила? Нет. Проверьте. Алло, да. Да, национальный. Ну, это как договорились. Хорошо. Телефонер ла полис. Позвоните в полицию. Это инспектор полиции. Здравствуйте, я Уилли Шин. Фотограф. Работаю для журнала Vogue. Наша модель Джой исчезла. Она исчезла. Исчезла? Elle a disparu? C'est bien ça? Oui. Значит, когда вчера вечером? Hier soir? Je ne sais pas. Он не знает. Позвоню Марку в Париж. Алло? Алло, Марк? Марк? Алло, Марк? Ты меня слышишь? C'est Anna. Это Анна. Здесь дела плохи. Ты должен обязательно приехать. Джо исчезла 2 дня назад. Bonjour. Bonjour. Soir, une touriste française et son ami russe qui n'a que 17 ans ont disparu. S'il arrive quelque chose à Joy, c'est le scandale. Если Joy что-нибудь случится, будет скандал по московским улицам с микрофоном. Есть шанс, что кто-то обратит на меня внимание. Об этом не может быть речи. Это моя проблема. Инспектор, вы гарантируете мне безопасность? Alors d'accord. Вот и хорошо. Ох уж эти русские парни. За кого они себя принимают? Non, je dis ça parce que les policiers en civil, j'en ai pas vu un. Bon. On se penche, так как вокруг ни одного милиционера в гражданском. Есть там, есть. Combien de policiers il y a? Сколько? Три. Три. Trois. À la vôtre, inspecteur. Ваше здоровье, инспектор. Ah, il fait bon, inspecteur, si vous saviez. Если бы вы знали, какая хорошая погода. Уилли? 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 Ты меня слышишь? Что она говорит? Ты меня слышишь? Да ничего. Ты думаешь о мне немного? Ты думаешь обо мне? Надо бы. Я о тебе все время думаю. Хорошо, хорошо, я понимаю. Ты знаешь, я фантазм, Уилли? У меня такие фантазии возникают. Столько фантазий. На какую улицу не говорят? Какая улица? Улица, улица! А на какой улице находится этот театр? Улица 2 Толстого, дом 7. Толстого. Быстро поехали.